Для очистки приобретенного трубочника надо выдержать в прохладном месте в течение 5-6 суток, при этом промывая его каждый день, утром и вечером. На видео он находится в небольшом ведерке, у вас же может быть любой другой посуде, главное, чтобы ее объем позволял набрать достаточное количество воды для эффективной промывки. Это может быть какой-либо ковшик, миска, стеклянная банка и так далее. Открываем кран. При этом нужно быть внимательным, чтобы вы открыли именно холодную воду, и разбиваем струю воды, собравшейся в комок трубочников. После этого ждем, пока червяки осядут. И сразу же сливаем мутную воду. Так повторяем столько раз, сколько это будет нужно. А именно, пока сливаемая вода не станет чистой. После этого можно считать трубочник промытым. Способов хранения трубочника существует много, но самый распространенный – это хранение на нижней полке холодильника, посуде, желательно с большой площадью дна, с минимальным количеством воды или же вообще без нее. Например, я храню трубочник в пластмассовой банке таким образом, чтобы вода не покрывала его, чтобы верхушка клубка всегда находилась над водой, слой которой от 0,5 сантиметра до 1. На этом все. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем удачи!